В Чувашии продолжается акция «Народная инвентаризация». Проект регионального министерства имущества помогает выявить заброшенные земельные участки. Инвентаризация земель – эффективная мера. Благодаря этой работе в сельскохозяйственный оборот было вовлечено более 90-100 тысяч гектаров пустующих участков. Доходы превысили 60 миллионов рублей. В правительстве республики наладили работы и по регистрации бесхозной недвижимости. Только в рамках региональной акции было выявлено более 900 объектов. У нас ряд показателей на протяжении ряда лет существует, ряд новых показателей, но с учетом опыта предыдущих лет. Также вот у нас, о чем я уже сказала, доходы от невостребованных, дохода от единого ресурса. И у нас показатели, если раньше у нас была, вы знаете, народная инвентаризация по земле, сегодня у нас в этом году проходит народная инвентаризация объектов недвижимости. По объектам недвижимости в этом году в совокупности всех муниципальных образований поступило чуть больше 114 миллионов рублей. В совокупности все эти виды дают вот 758 миллионов рублей на протяжении всех этих лет ряд действующих этих акций.